Ну и третий сет. Какой у него топ-спин, это сумасшествие. Петр Васильевич, мастер топчика. Смотрите, что делает, он беззвучный, его не слышно. И Усман не берет ни первый, ни второй. Из-под полы, да? Из-под полы. 1-3. Да ёшки, вообще не идет, братан. Изучаем подачи Петра Васильевича, изучаем топ-спин справа Петра Васильевича. Ох, молодец, Усман. Молодец. Ах, как соскочил, да. Вращение, лысая накладка, ошибок не прощает. Вот это фи... А, да. Тишайший топ-спин, сильнейшая атака. И возвращает Усман, но третий... Третий удар не получился, ребро. Молодец, Усман, добежал, но вернуть это невозможно. Второй раз. А вот третий раз не получилось, ничего, ничего. Уличный теннис, он такой. Усман, браво! Усман, я начинаю привыкать. Браво! 4-10. Ну, спасибо огромное, Петр Васильевич. Усман, ты был неподражаем. Завтра увидим его на турнире. Похоже на теннис.